Новости спорта. Юные лидские футболисты завоевали награды областных соревнований по футболу среди детей и подростков «Кожаный мяч». В июне в Гродно сильнейшие были определены в старшей возрастной группе, где играли ребята 2008-2009 годов рождения, и в средней. В ней выступали мальчишки 2010-2011 годов рождения. Участие в данных соревнованиях принимали 13 сборных из районов области и сборной областного центра. Лидский район представляла любительская команда «Фортуна» районного физкультурно-спортивного клуба. В средней возрастной группе наши юные футболисты стали третьими, уступив соперникам из Слонимского и Гродненского районов, а в старшей – вторыми, пропустив вперед только щучинскую команду. Наши Матвей Урбанович и Дмитрий Полищук были отмечены личными наградами. Первый – как лучший вратарь, второй – как лучший нападающий. Оба выступали в команде старшей возрастной группы. Ребята старшей возрастной группы заняли второе место в областных соревнованиях. Молодцы. В целом выполнил задачу. Хотелось, конечно, первое место, но чуть-чуть не получилось. Игра со Щучиным, игра была равная, но немножко нам не хватило сил. Это любительские соревнования. Дети играют, любители, которые не играют за школу футбольную, но в будущем, вот при этом результате, уже не которых мы будем брать в школу, записывать, и у них будет дальше футбольное будущее.